Дорогие друзья, всем привет! Сделала очередной заказ я в фирме Faberlic. В прошлый раз заказ мне очень понравился. Понравилось абсолютно все средства, которые я приобрела. На этот раз в основном очень много продуктов, которые я взяла именно для кухни. А именно концентрированное средство для мытья посуды. Вот такое. Вот здесь объем пол-литра. И стоит это средство 119 рублей. Что оно собой представляет? Подходит для мытья детской посуды бутылочка овощей и фруктов и с экстрактом шалфея. Разбавляют его 1 к 3. Одна часть средства и 3 части воды. И что еще мне очень понравилось? Натуральный экстракт шалфея в составе оказывает антибактериальное воздействие, ухаживает за кожей ваших рук, смягчая ее. И еще мне что понравилось, что это средство биоразлагаемое. Вот оно, вот этот вот значок вот означает, что средство биоразлагаемое. До этого я пользовалась средством для мытья посуды из фирмы Amway. Так там оно было в 3 раза в итоге дороже получалось, чем вот средство для мытья посуды Faberlic. Я заказала помимо свежий лайм, средство еще с экстрактом малины. Пока еще я не пользовалась, поэтому сказать ничего не могу. Как только попользуюсь, отзывы оставлю обязательно. И еще за 215 рублей вот еще взяла такое средство для мытья посуды и детских принадлежностей с экстрактом календулы. Им я пользовалась уже. Оно прозрачное, нейтральный запах, вообще практически даже запаха не имеет. В принципе, мне понравилось это средство, но это не концентрат. Дальше для своей сестры на день рождения взяла вот такую вот интересную бутылочку. Это гель для душа. Здесь 200 мл. Стоит вот эта бутылочка 79 рублей. Запах, конечно, обалденный. Выглядит бутылочка тоже просто замечательно. В качестве подарка, я думаю, будет просто шикарно. Еще для сестры, также на день рождения, приобрели вот такое жидкое мыло. My Honey называется, что ли, с медом. У него очень легкий, нежный медовый аромат. Не резкий и ярко выраженный, а именно вот легкий цвет такой красивый. Вот, то есть очень понравилось. В качестве подарка тоже, думаю, будет просто шикарно. И стоит такое мыло 120 рублей. Объем 300 мл. Вот, очень симпатично выглядит. Заказала тушь для ресниц. Подкручивающая тушь для ресниц. Цена 215 рублей. Мне понравилась интересная такая у нее вот упаковка. Кисточка тоже мне у нее очень понравилась. Вот, вот такая вот изогнутая. Попользуемся, оставим отзыв. Крем для рук серии La Creme обновляющий Milk Protein. Крем понравился. У него такой приятный фисташковый аромат. Руки хорошо питает, замечательно впитываются, руки после него нежные, кожа рук нежная, приятная. Средство для рук очень понравилось. И стоит этот крем 79 рублей. В серии также La Creme дезодорант, антиперспирант, изысканный уход. Стоит 136 рублей. Очень приятный, нежный запах. У него мятный какой-то такой, вот ненавязчивый. Вот на лето будет просто идеально. Это одна баночка. И вторая баночка вот такая вот, с миндальным молочком. Тоже нежный, приятный запах. В чем удобство? В чем удобство такого дезодоранта, антиперспиранта? Из-за того, что он не имеет ярко выраженного запаха, то можно использовать вместе с этим дезодорантом и любимый парфюм. Очень понравилось. Замечательное средство. Ну и последнее, последние две покупки были это туалетная вода. Вот такая вот туалетная вода. Вот так вот выглядит сама туалетная вода. Вот оформление очень понравилось, все чудесное. Вот запах оказался нестойкий. Вот, вот это одна вот вода. И вторая вода. Вот такая вот платинум. Запах у нее довольно-таки стойкий. Запах такой какой-то шипровый. Сейчас достану, покажу, как флакон выглядит. Я бы сказала, что это вечерний такой запах. Вот такие вот покупки я совершила. Отзывы оставлю после того, как попользуюсь уже. Если вам интересно, то вы можете пройти по ссылке, которую я оставлю под видео, и посмотреть, что-то может быть выбрать для себя. На этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.